чем Бугатти. Я в это, честно говоря, даже как-то слабо верю, но что есть, то есть. Полный, наверное, какой-то. Ну, похоже на то, ребята. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю гоночки, но да. Ботов, пустая просто линия. А нет, теперь уже не пустая. Опа, шашечку заложили, пролагала и доехала до финиша. Е-бой. Хорошо. Итак, где там вы-то? Покажите, вы вообще где? Реально какой-то... 280 лечу. У меня джип оказался супер быстрый, ребята. Это супер круто, самое главное. А пока никого даже не вижу на радаре. Камон. Бугатти максимально овощно. У меня под капотом всего лишь 190. Как так быстро поехал, я не знаю. Вы где? Реально? О, кого-то вижу на радаре. Я до сих пор вот доезжаю кое-как. Давайте шут, пока. Тип на скейте летает. Бывает, бывает. Димон доезжает на мустанге. Смотрим, пока мы за пелемеха Яма еле ползет. Еле ползет. Что-то Бугатти не Бугатти. Мне кажется, как-то задушена какая-то Бугатти оказалась. Ну, ладненько, 2 балла мне, 1 балл Димке. Идем, возвращаемся на стартовую линию. Окей, продолжаем. Итак, значит, опять-таки, подбор из трех тачек. Джип, это у нас какой-то прям прикольный. Это Форд, да? Форд, Кадиллак Эскалейд и Майбах. Выбирайте пока себе тачки, какие будешь нравиться. Я уже выбрал. Да, Кадиллак выбрал пелемеха, Димка выбрал Форд F, вроде бы 350, а у меня, ребята, Майбах. Это еще, это что написано? МР? Что за МР? Не знаю, что за МР. Почему МР-500 какой-то, фиг его знает. Короче, я понял, здесь у нас хоть трэш, поэтому это все убираем. Так, вставайте около меня, где-нибудь рядом, да, максимально. Дима. А, ну вы там, да, хорошо. Давай, пельмеха, отсчет, и мы стартуем. Чего делаете, давайте. Раз, два, три, поехали. Поехали! Ема там Димон, о, Диман пошел, пошуршал. Ма, пошел. Так, ну это все интересно, пельмеха догоняет. На. Ема, Димон, что ты творишь? На. А ты тяжелый, что ли, еще к тому же, да? Ну так, слегонца. Слегонца? Ема, я горю! Что ты делаешь? Бот слегонца. Меня летит, бля, ты что натворил? У меня такая же. Я залетел на таку мобиль. Че за прикол? У меня теряется скорость. Я горю весь, у меня бачок горит, я дымлюсь. Серьезно? У меня максималка 280, я взорвался. Серьезно? Не прикольно, пацаны, вообще. Димону 0 баллов получается. Или ты еще поедешь? Нет, как ты? Ты же взорвался уже. Нет, ты не поедешь. Я поеду. Короче, с пельмехой устроили гонки, потом... Устраивали, но уже как бы... А пельмеха летит, я вижу тоже аварию пельмехи. Сейчас я еду. В смысле ты едешь? Куда ты едешь? Куда ты едешь, Ты взорвался? Ты взорвался. Он взорванный едет. Ты что там творишь? Короче, Майбах, ребят, поворачивает максимально странно. То есть он вроде бы ничего, но... Малеха плавучий. Это моему Форду. Капец, он валкий. Но я доезжаю первым до финиша. Меня пельмеха не догоняет. Ема, чуть там не убрался, ребят. Капец, у меня побитая тачка. Да что ж такое, сколько аварий сегодня на этом Майбахе. Очень большая машина. Я даже взорванный взрываю всех. Взорванно взрываешь всех. Короче, я доехал до финиша. И прямо, ребята, все круто получилось. Бам, сцена финиша. Покажите ваши машины, кто там второй доезжает. Я. Пельмеха второй? Нету. А где? А, ты взорванный? Ну ты взорвался. Ладно, Димон, я думаю, уже это не считается. Ты там взорвался, пока ехал. Пельмеха доезжает второй, поэтому 2 балла мне, 1 балл пельмехе. Ладно, возвращаемся на стартовую линию. Ладненько, новый раунд, последний подбор тачек. Выбирайте опять-таки свои, какие больше нравятся. Dodge, Bugatti, либо же Lambo. Что больше нравится, выбирайте. Bugatti. Ага, Lambo, Bugatti, я беру себе Dodge. Неоновый, щекайте как... Ема, офигенно неоновый, очень красивый. Так, вставайте как-нибудь так... Давайте здесь мы так вот запаркуемся, вот так вот аккуратненько. Ну и, Диман, давай отсчет, и мы стартуем. 3, 2, 1... Воу, старт на Dodge так-то лучше оказался. Ни хрена себе, максимально странный Dodge. Так, ну посмотрим, кто будет первым, потому что я опять обгоняю на Dodge Bugatti и Lambo. И пельмеха! Че, там авария? Авария у вас там или что там? Уже да. Все, да, убрались? Хороши, молодцы, молодцы, молодцы. Ой, тихо, там что-то было, осторожненько. 380, 400 км в час на Dodge, ребята, иду. Это просто что такое? Это просто... Тихо, дрифт, держаться, нет! Я догоняю? Догоняешь. Мать! Нет, Димон! Это был ты! Куда вы были? Это был...
Майя засандалил. Это был я, наверное. Нормально там все, копчик не болит. Нормально, нормально. Крыша не вылезла. Все в порядке. Все на месте, все на базе. Так. Я бы грыжа не радовался, я поехал. Да раз, Димка, быстрее меня, а? Димон убрался, да, хорош, прям перед финишем, прям перед финишем, ребята, я первый, 2 балла мне, получается, а Димону 1 балл, да, Димону 1 балл, пельмень у нас там страдает на ламбе. С чего, после аварии, что ли, или после чего? Серьезно? Да, жестко, жестко. Ладненько, возвращаемся на стартовую линию. Так, ладненько, давайте пока делаем тачки рандомно с вами, поэтому давайте. А, пельмеха делай, каждый делает по 3 рандомные тачки, считаем мы именно реальные машины из реальной жизни. О, Димки Макларен, у Пельмехи Порше, МЛ-ка и автобус. Ну, я думаю, что либо Макларен, либо МЛ-ка, да, Макларен берешь. Я пока делаю себе 3 тачки, Яма, фордецкий, прикольный, честно говоря. Это не считается GTA-шная, танк, блин. Пельмеху увезли. Блин, что у меня дропается вообще? Бугатти! Вот это интересно. Папин танк. Так, короче, значит, либо Додж, либо Бугатти. Знаете что, я возьму Бугатти. Как-то нам больше не понравилось. А у Пельмехи здесь еще Восхол 2. И еще одна у тебя должна быть машина. Ну, пока прикольный, в принципе, у тебя... Шевроле. Да, считается. Ну, видимо, берешься Порше, скорее всего, да? Да. Самое более-менее. Ну, в принципе, короче, давайте как-нибудь так вот мы запаркуемся ровненько, да? Все. Давай, Пельмеха, отсчет, и мы стартуем все вместе. Раз, два, три. Поехали! О, ну... Пока, пацаны. Так, пельмень пока встает. Димка, Димка, Димка. Пока, Димон. Пока, Димон, давай. Может, мы поедем сегодня? Меня бугает и так-то, казалось бы, быстрее, да, немножко, поэтому пока все по красоте. Так, здесь главное сейчас не убраться, чтобы не было аварии, чтобы все было хорошо. Рассказывайте 260. За свою скорость. 260. Да, ну серьезно. Ну, 207, 280 даже у меня идет. Я пельмехи подрезаю ботов. Серьезно? Да. Подарочки на Новый год. А тебе, Димон, как сделать такую же шляпу? Попробуй. Ну, отлично. Получилось, нет? Ты что, жив? Оно прям в лобовуху прилетело. Да я, да, развернулся, поехал дальше. Ах ты зараза. Ах ты зараза, Димон. Я же не коронавирус. Ну, ты похуже будешь. Ну ладно, догонишь, поговорим на финиш. Да, ну, не, ну я, короче, еще не догоню, скорее всего. Максималка не особо сильно как-то отличается, поэтому... Ну, блин, да. На то они и шашки, потому что здесь нужно как-то мансовать. Ну, не, ты доезжаешь первый. Или убрался, подожди. Да, чуть, по чуть. Ну, доехал, да, уже? Да, доезжаю. Опа, шашечка, хорошо, да, доехал. 2 балла Димке, 1 балл мне в этом раунде. Пельмеха, в принципе, был недалеко, я тебя видел на радаре. Пельмехи пока просто не везет в каждом раунде, машины плохие попадаются. Да. Пельмехи реально просто фуфло в каждом раунде. Пельмеха не доехал без аварии, все равно авария Пельмехи есть. Я уже сам по этим прожил. Ладно, идем дальше. Идем дальше, так пока лишнее мы удаляем, что здесь стало за Пельмехой. Делайте по 3 тачки, я пока себе сделаю 3. На первое это пока ничего нету. О, Пельмехи гелик, подходящий максимально. Авария там у Пельмехи 2 не считается. Бугатти! Ауди, Бугатти и вот такая тачка. Слушайте, опять Бугатти брать. Альфа Ромео и Кадиллак. Я Кадиллак беру. Так, блин, я возьму Бугатти Широн. Это не самый быстрый Бугатти, но я возьму. Это у меня считается, а вот третья. Это Мерседес считается. А. Не, вот это вот. А, вот это. Сейчас посмотрю. Блин, боты, уйдите здесь это перекрыто, алло. У тебя это не, бро, это не считается. Это GTA-шная. У тебя получ... Да, ё-моё, так, мужики, я все понимаю. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Как хотите, объезжайте. Зря. Что там у вас, где вы там? О, это чит! Это чит у Пельмехи! Все равно не поможет. Это трэш, это трэш. Ну, в принципе, ладненько. Да, Пельмеха, отчет, но мы стартуем. 1, 2, 3. Пельмень, капец, ты куда? Все, я поехал. Ты, может, нас подождешь? Блэд, надо было подцепить. Я бы не убрал. Я взрываю, все, вопросов нет. Ну тогда ты, конечно, взрываешь, главное сам не взорвись. Кадиллак, что быстрее, ты угораешь, там нет вообще. Ну так, слегонца. Ты улетел, Пельмех, или что? Я чуть на вторую полосу не улетел. 290 еду. Какие 290? Мы 260, алло. Вот так, вот так, вот так. Димон, ты не собираешься ни с кем там врезаться случайно или что?
врезался, хорош! Красавчик! Какой тебе на язык? Красавчик! Не-не, я уеду, иди нафиг. Я тебя объеду, как хочешь. Ты доехал уже, пельмень? Может, ты врежешься? Да. Пельмень 2 балла, я понял. Не, слушай, ну ты и так быстрее меня, поэтому... Я думаю, ты должен, по идее, справиться с этим вопросом. Опа, влез, хорошо. Ну? Не, я не врежусь, братан, у меня как бы все это, все нормально. Ну? Ты догоняешь меня? О, да 300, 300 я иду, что, как это так получилось у меня? Я 300. Ну? Давай-ка там, у тракториста. Ну, я, в принципе... Ча ты? Врежешься, потом поговорим. Ну, за твоих трактористов. Да. Не, доезжаю, короче. Да, ну, сюда я ехал. Тоже, но буквально тут карапаль. 318. Да. Ой. 2 балла получается, что пельмехи, 1 балл мне, идем дальше. Окей, продолжаем, ребят. Итак, делаем по 3 тачки, давайте. О, Дима. Дима, что это, блин, такое? Самолет какой-то мне выпал, это мне не надо. У Димона здесь i8 прикольная, честно говоря. Дарка на велике поехал. Велик, о, Porsche у меня. Блин, какая-то блевотная немножко. Форд блевотный и Kia. Ребята, беру себе Porsche в итоге. В пельмехе пока есть 2 машины, которые считаются. Раритет и семейная тачка какая-то. И Феррари, блин. Слушайте, у всех прикольные тачки. Думаю, что Ферра бери, да, разумеется. Ну, в принципе, мы готовы. Давай, Дима, на счет. 3, 2. 2 с волосиной. 2, 3. 3, 2, 3? Все, и меня вопросов больше нет. Но вопрос тоже будет быстро. Димка пошел, понятно? Вот с пельмеха, короче, гоняемся. Я в гости, меня позвали. Ну, это есть такое, конечно. Но не сегодня. Но... Тихо-т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 их
Пельмень догоняет. У меня второе имя Шашка. Шашка? Я тебя начало укусило, нет? Опасная пельмень Шашка. Пельмень догнал и убрался. Я слышал эти крики. Крики бота, которого ты забрал с собой в преисподнюю, скорее всего. На самом деле я... Не, ну Поршек неплохой, однако 400 иду. Но Димон доехал уже? Да, еду пока. 400. 420, 430, 440. Догоняю тебя, но не успею из-за аварии, скорее всего. Блин, обидно. Обидно, честно говоря. Ну да, ты доезжаешь. Ну, ладненько, это было неплохо. Вау. И ты доехал, я в дрифте. У-ху! Лобью. 2 балла поймал. Получается Димке, 1 балл мне. Пельменчис, ты я где там? Только, да. А ты только появился на радаре. Пельмень доезжает, авария. И пельмень доехал до финиша. Впереди да. Последний решающий раунд. Ладно, последний раунд. Давайте делаем по 3 машины. Поехали. Первый у меня это... О, бэха прикольная. Ема аппараты. Ну, слушайте, здесь только машин, которые реально подходят под Дубай. Я вам отвечаю. Тут? Блин, я вот думал... А вот это считается? А что там у тебя? Не, это же GTA-шная. Ну ты чё? Ну ты чё, блин? Ой. Ладно, я возьму себе Skyline R34. Это чит у тебя, да, только он не тяжелый, понимаешь? Блин, куда я сел? Он не тяжелый. Блин, у меня классные тачки, но возьму Dodge. Я вот это возьму. Так, ладненько, в принципе, я готов на Skyline поехать. Димон пока вставал около меня. Пельмени чит, у Димки тоже. Давайте пока так вот, да, запаркуемся. У Димана тоже очень быстрая тачка. Но, да, в принципе, мы готовы. Давай пельмеха отсчет. Раз, два, три. Офигеть. Пельмени в точку. Диман, надеюсь, на аварии топил, пельмени. Да. Блэд, у меня дрифт, корчина. О, Димон хорош. Да. Ема красиво. Красиво. Лям на лик, пожалуйста. За такие маневры. Говорю, лям на баланс кидай. Да, на баланс. Задрифтил, Димон. Не, дурак, что делаешь-то? Ты чё, блин? Не, ну ты... Меня игра зависла. Мне игра вылетела, что произошло? Ты вылетел. Короче, ребят, я вылетел, поэтому Димка доехал быстрее меня. Поэтому 2 балла пельмехи, 1 балл Димки. Ну что поделать, такое бывает. Ничего страшненького, в принципе, там по баллам меня и так все устраивает. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем удачки, и всем пока-пока. Всем пока, ребят. Пока.